Работали вы передней рукой, в челноке работали, да? Смысловая нагрузка в чем? Очень скудный арсенал передвижения. Челнок – это не только подскок вперед-назад. Знаешь, само смещение у тебя может быть и происходить что? Вперед в сторону. Может быть. А назад-назад в сторону вперед. Уже на этом. Но обрати внимание, двигайся в челноке вперед-назад. Двигайся. Во. Два вперед. Раз. Очень хорошо. Напряги стопу. Посмотри, вот что, если стопа вот так не болтаться, с ноги на ноги мягкие, но здесь у тебя такие подскоки должны быть. Вперед, в сторону, вперед, уже смещение. Посмотри на меня. Еще раз, да, вот прыгни на меня вперед. О! Ты уже уходишь с линии атаки. Подгрузи чуть-чуть заднюю ногу, понимаешь? Если ты, смотри, чуть-чуть на левую ногу. Вот в челноке есть два положения тела. Это либо у тебя весь тело на обеих ногах, Это короткие движения будут там. Оп, тебе вот здесь вот уже на миллиметр. Либо чуть на заднюю ногу, что мне нужно подальше. Более мягкий челнок будет, но более длинный. Вот при сокращении дистанции, желательно, когда ты хочешь атаковать, то я наоборот чуть ногу вперед выставляю. Разгружаю переднюю ногу, руку, и мне нужна вот эта атака-вызов. Атака-вызов, то есть моя голова будет сзади находиться. Немножко дальше, уже передняя нога вышла. Атака, вызов. Я выдернул противника. Выдернул, провалил в сторону и опять атаковал. Вот этот момент. Смещай, вот как крест рисуешь. Вот для тебя даже, смотри. Вперед, назад, в сторону, вперед. Назад, в сторону, оп, в сторону. Опять вперед. Назад, в сторону, вперед. Вперед, назад, назад, в сторону, вперед. Ну, посмотри, какая ситуация. Противник-то в одном месте стоит. Да? Что тогда происходит у меня? Смотри, что я делаю с тобой. Подай ладошку, оставь. Смотри, вперед, назад, в сторону и по диагонали немножко. Угу. Если я вперед, назад, в сторону, вперед, тогда я вот сюда уйду. То есть я вперед, назад, в сторону, да с той же передней рукой могу. А могу не уходить назад, могу вперед, в сторону, вперед, в сторону, вперед, назад, в сторону, вперед. Но само это движение без остановки. Я не жду тебя. Попробуй двигаться со мной, я кидаю руки. Вперед, назад. Назад, делай ногами, подбери заднюю ногу. Вот сделай мне. Вперед, назад, в сторону. Вперед, назад, в сторону. В сторону обеими ногами. Оп. Вперед, назад, в сторону. Вот. На задней ноге немного. Вот теперь еще раз. Вперед. Раз. Назад. Два. В сторону. Три. И вперед. Вот ты оказался. Будь на задней ноге. Да, да, да. Здесь разъезжаются ноги немножко. Подбери заднюю ногу. Подбери заднюю ногу. Вот смотри, как задняя нога считается, может. Смотри. Вставай, стой. Ставь стойку боевую ко мне. Смотри, вот я встаю. Вот я, нога когда подо мной, я опустив кулак правый, у меня носок правой ноги подо мной. Вот. Вот я на задней ноге нахожусь. Это не значит, что я сел на нее. Она просто четко под моим плечом. Во. Теперь вперед, в сторону, вперед. Вперед, вперед, в сторону. О! Вот атака, вызов, смотри. Раз, два, три. Пошел. Вперед, в сторону. Бам. Все. Влево то же самое. Вперед, вперед, в сторону. И вверх. Да, задняя нога должна быть там. Да. То есть передняя нога как бы. Вот, вот, вот. На задней ноге. Раз, два, а. Видишь, понесло тебя чуть-чуть. Почему? Вперед, вперед, в сторону и на задней ноге. То есть вот этот элемент, смотри. Смотри. Вперед, в сторону, ты себя разгоняешь. Ну вот ты как удар делал. Вперед, назад, удар. А ты сделал вот это. Раз, два, оп, туда чуть-чуть рукой. Поторопился рукой. На задней ноге, на задней ноге. Подбери заднюю ногу. Вот перепрыгни вперед. Смотри, перепрыгни вперед на задней ноге. На заднюю ногу. Во! Вот и все. Вверх и на заднюю ногу подпрыгни. Да, ты как бы с ею толкаешься и на нее же приземляешься. Вот уже лучше. Окей? Тем более атака-вызов. Она, посмотри, это как бы в воздухе ты ее бьешь. То есть я бью тебе по рукам, подними руки. Мне не нужно первым ударом пробить тебе голову. Я тебя выставил, я оскорбил тебя. Только как пощечину тебе делал. Та-та-та! Запрыгнул. Та! Что это значит? Чем
резче я сделаю, тем стопудово ты резче ответишь. Ты попытаешься ускориться за мной. Я же тебя что? Я тебя дёрну. Я тебе резко, о, ты уже сам готов меня кинуть. Все. Но ты уже опаздываешь. А я не жду твоего действия. Вперед-назад, там вперед ускорился. Вперед-назад, смотри, резко. Раз, два. Сильный удар, который увеличил дистанцию. Смотри, моя нога вошла в свою ногу. Сделай. Короткое движение. В воздухе. Вверх. Вверх, назад и в бедро. Во. Но задняя нога под тобой должна быть. Вот прям вот на задней ноге. Попрыгай вперед на задней ноге. Да, да, да. И можешь переднюю ногу вот выставить. Где будет твоя передняя нога, посмотри, всегда будет передняя рука. Вот треугольник, прямоугольник. Видишь, катит, гипотенуза катит. Но раз здесь у меня передняя рука, то правая рука будет априори длиннее. А если это еще и в движении, задняя нога, вот эта задняя нога потом, вот она так нарабатывается, вот он ты. Хорошо? И влево, и назад, и вправо. Задняя нога подо мной. Хорошо? Все, пользуйся. Пробуй. Вот эту заднюю ногу, чтобы она тебе... А то она тебя начинает заваривать. Чуть вперед начинаешь валиться. Все, начинает нога тебя крутить. Да, да. Молодец. Давай, пока.